Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 86 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать нетуристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. И я думаю, мнение о грязной и нищей Индии у вас изменится. Вот сейчас мы уходим. У нас день рождения. Повернусь к свету. Идем на день рождения нашей внучатой племянницы, называется это так, наверное. Это внучка собрата сестры. Вот, сейчас мы едем забирать. Так как я вам сказала, едем на день рождения. Вот, но вначале нужно нам забрать сестру младшую с мужем, потому что вы знаете, она живет, у них две семьи, и машина, которую у них есть машина, все, но водителя нет, водитель работает в другом городе, приезжает иногда, поэтому придется нам их забирать, потому что уже муж сестры пожилой, он не может водить, а сына нет здесь. И получается, нам нужно заезжать. Конечно, в Индии очень сложно, что нет общественного транспорта. Я имею в виду в нашем городе. Не только общественный транспорт есть в больших городах, но в нашем нет. Даже было такси, ну, типа Uber, а теперь уже даже и такси нет этого. Что-то вообще не видно, да, его сюда? Да, нет. После пандемии вообще исчезли. Вот видите, вот это электрорикши, чтобы не загрязнять среду окружающей, есть у нас вот такие электрорикши. А, ну это вот можно считать общественным транспортом, такси. Ну, рикши не очень удобные в жарком климате, а вот так. Я же говорю, чтобы такси было, это уже сложно. Мы тут с братом поспорили, что мы за 3 минуты доедем. Он едет как черепаха. Специально, чтобы я проиграла. Это машина есть, я не Нет, там ты ехал. Нет, по Централ Авеню я езжу всегда быстро. С какой скорости я ехал? А что? Аварию попал, что ли? Движение активное. Вот 22 минуты. Ну вот как бы 3 минуты уже прошло, ну вот еще минутка, и мы будем там. Каждый ты уже минуту добавляешь. Ну добавляй, я сказал что? 5 минут. А ты 3 минуты. Тебя скутеры обгоняют. Ничего. Скоро пешеходы тебя обгоняют. Ничего особенного. Скорости тут нельзя. Ты что? Ну, я, конечно, днем езжу. Я езжу гораздо быстрее, чем собрат. Ну, на скорости. Ну, сейчас, конечно, ночь. Тут, во-первых, слепит. Вы видите сами, как слепит встречно проезжающий транспорт. Ну, и потом вечер все-таки. Он, конечно, прав. Нужно ехать помедленнее. Ну, надо же придраться к чему-то мне. Просто мы только выехали. Как раз звонит сестра и спрашивает это. Мы уже готовы, вы когда приедете? Собрат говорит, через 5 минут. Я говорю, через 3 минуты. Ну, я бы доехала за 3 минуты, правда, если днем. Ну, и вот поэтому он тут медленно едет, ну, еще. Да. Мужчина был прав. 5 минут будет. Как раз уже 23. Thank you.
Что на ноги? А? Ача, опас дей джае, ву дхока бар джанна. Ха. Ача, то гуре बस चंद हाँ भाभी दूध ले लेना थोड़ा हाँ ठीक है बंद होएगी बंद होएगी जमाए बाबू फिर से दरवाजा बंद उठाके हाँ ठीक है जी ना अखंड बंद होएगी দাদা একটু এদিকে ছুটে যাচ্ছে না হ্যাঁ এখন আছে ওইখানেই দেখা যায় না আচ্ছা দরজা বন্ধ হয়নি মানে হয়ে গেছে এড্রেস জানি ওই রাস্তা জিনওয়ানি রোডের উপরে ওইদিকে তোমার হাইটেক থেকে ডান দিকে ঢুকতে হবে হাইটেক থেকে হ্যাঁ হাইটেকের পরে ডান দিকে ঢুকতে হবে মেজদি বললো আমাদের পাশে দুলহান আছে ওর রাস্তা দিয়ে উপরে গেলেই রাস্তার উপরেই তো মেজদিদের ওখান দিয়ে তো ঘোরা বেশি আর তার থেকে কি নাম গো মাথা খারাপ হয়ে গেল মেজদিদের ওখানে যাবো নাকি তুই তুই এমনি বলতে থাকিস ফিউশন তারকা ফিউশন তারকা ফিউশন তারকা নাম Как я сказала, день рождения это детский. Девочке будет 7 лет, исполняется. Вот. Они будут отмечать в кафе. Где это кафе, мы не знаем. Это какое-то недавно открывшееся кафе. Ну так, приблизительно нам сказали. Наш навигатор тут вообще сумасшедший. Мы уже на него не надеемся, не включили. Мы решили, что мы найдем. Так что поехали с нами и будем смотреть. Ой, я вам предложила поехали с нами, но у нас тут некуда. У нас все места заняты пассажирские. Поэтому извините, девочки, кто со мной всегда путешествует. Ну, разве что на крыше автомобиля, ну или в багажнике. Но в багажнике я же вам не предложу. Так что усаживайтесь в свои кресла поудобнее, берите чаек и поехали виртуально. Это вот брат средний субрат, а это вот в зеленом угадали кто? Это наш принц наследный. О, его обрили неделю назад. Поэтому он сегодня лысенький. Но тут в кафе музыка, поэтому я отключаю звук. Это еще полупустое кафе. Все еще едут, ищут, где это кафе.
Вот сидит племянник первый. Там народ танцует, посмотрите, молодежь танцует. А вот и наша племянница, мама именинницы. Мама девочки, у которой день рождения, это ее младшая дочка. Старшая уже 12, а младшая 7. Ну а справа, видите, в линию сидят тут все наши родственники. Там сестра, там брат, нет, брат с другой стороны. Один брат бегает за своим внуком, второй сидит там с другой стороны. Ну, в общем, все наши родственники. Я напоминаю, мы с субратом самые младшие. Вот, а это уже вот невестка красавица. Среднего брата невестка. Вот, все подходят. Был же бенгальский Новый год, поэтому все в апреле, в конце апреля был Новый год бенгальский, 20 какого-то, 24-го, что ли, не помню. Вот, и вот подходят, молодежь подходит, видите, они кланяются нам, касаются ног, ну, а мы их благословляем. Хорошая такая зарядочка. Это вот родная тетя именинницы, это родная сестра ее папы. Папа, к сожалению, тут нет, он работает очень далеко, его нет на дне рождения, он работает очень далеко в другом городе. Ну вот, девчонки начали танцевать. Сейчас я включу какую-нибудь музыку. Конечно, не оригинальная музыка, ее нельзя включать. Вот я вам включаю другую. Вот слева это старшая сестра именинницы. Это вот пришли мои самые старшие внуки. Самая старшая двоюродная сестра Сюзанны. Она же является родной тетей вот именинницы. Это старшая сестра ее мамы именинницы. Вот они, вот это вот старшая Сюзанна. Самая старшая Сюзанна двоюродная сестра. Вот они все нам, ну, отдают знак уважения. Вот пошли невестки.
Exercise hook. Это вот пришла бабушка со стороны папы, именинницы. Дедушек, к сожалению, уже нет. अरे मैं तो था नहीं भाई ले आओ ले आओ ले तेरे मामा भी कहाँ Дети, я смотрю, неугомонные. Я это же я половину не снимаю. Сейчас они все, а они все танцуют и танцуют. Опять музыку включили, опять они тут танцуют. Потом они будут еще играть. Ой, какой парень, посмотрите, в жилетке, в таких лакированных туфлях. Ну, вообще джентльмен просто. Это все детки, вот соседские детки, друзья, школьные друзья. Вот, потом это мама девочки, нашей именинницы, она преподаватель в школе и еще занимается частным репетиторством. То есть ее ученики тоже тут поприходили. Поэтому тут такая публика многолюдная. Вот, подходят и подходят. Ну, это как вот обычно бывает в Индии, что свадьба, что день рождения, что любая другая вечеринка. Все приходят в разное время. Детишек, ну тут родителей мало, тут все только родственники. И вот очень близких таких друзей семьи пригласили. А остальные детки, ну родители их привезли.
Вот, и оставили. Ну и потом заберут после праздника. Тут уже официанты разносят такие закусочки. Это любимые всех детей спагетти с овощами и покорки, такие котлетки в кляре типа. Ну а потом будет ужин, ну как шведский стол, как всегда. А вот обратите внимание, вот сидит мальчик вот этот, который, я говорю, такой денди. Вот друг ему просто принес тоже. Он, кстати, подошел вначале, говорит, ты будешь вот это? Он говорит, да. Он пошел, ему принес. Ну вот такие вот детки, они очень такие неразбалованные, такие дружные в Индии. Мне очень это нравится. Вот старшая сестра вместе с подружкой будут опять танцевать. Это они не учатся где-то, они просто смотрят клипы по телевизору, и вот они так учатся. Этот торт стоит в холодильнике, я уже его сняла. А это вот приехал из соседнего города брат-близнец, это, ну не близнец, двойнята они, вот мама именинница и он, они двойнята, ну он живет в соседнем городе, вот 45 километров отсюда, вот он приехал. Девочка очень скучает, потому что дедушки нет, папа очень далеко работает, и поэтому единственный мужчина, который часто видит, это дядя, и она его очень любит. Он очень хорошо поет. Теперь вот началось тут караоке. Вот я вам включу на минуточку, как он поет, услышите. Потому что не знаю, если не заблокируют. А это вот его жена, вот, которые живут в соседнем городе, в Райпуре. Деток у них, к сожалению, нет. Уже сколько они живут, даже пытались сделать ЭКО, но не получилось. Вот фотография дедушки, который умер вот в прошлом году. Мужа средней сестры не стало в прошлом году, по-моему, где-то октябрь. По-моему, в октябре. Вот начинается торжественная часть, разрезать будут
торт. Так как мы тут уже пожилые и у многих диабет, то купили еще специальный торт для диабетиков, в который добавляют там стевия и гур. Это тростниковый сахар. Вон там, видите? Такой маленький купили. Ну а сейчас начинается фотосессия. Как всегда, вот две сестренки, старшая и младшая. Ну а сейчас танцует наша жена племянника. Это очень популярный сейчас фильм, музыка из этого фильма, но ее нельзя мне ставить. YouTube меня просто заблокирует, поэтому я ставлю, какая есть тут в наличии, какую мне разрешат. We'll be right back.
Сейчас я покажу вам, что тут, чем сегодня будут нас угощать, какой ужин. Вы уже видели, были спагетти и пакоры, это такие котлетки такие в кляре. Вот. Ну а сейчас вот можете посмотреть, вот такой салат, ну это индийский салат, они вот так нарезают просто овощи. Это хрустяшки в виде сердечек. Затем идет баттер нан. Это лепешка, смазанная, выпеченная в тандуре и смазанная сливочным маслом или ги. Здесь у нас панир. Это адыгейский сыр. Ну вот как адыгейский сыр. Здесь у нас бумия или как Ladies Finger у нас называется. По-моему, вот не знаю, по-русски бумия. Очень полезная, кстати, овощ. Это плов. А здесь чечевичная похлебка дал. Ну и там вот торт и еще будет мороженое. Вот такое меню для детского вечеринки. Наша именинница очень расстроена, потому что... Почему вегетарианское меню? Потому что один день в неделю они не едят мясо или рыбу, ну, у них в доме. И этот день выпал как раз на ее день рождения. В общем, она очень расстроена. А она вот единственная в семье, которая не переносит. Ни одного дня она не может прожить без на вегетарианской пище. Вот такой ребенок. И для нее это очень трудно, поэтому сегодня она была без настроения. А здесь вот такая фотозона. Вот я с невесткой средней, среднего брата с женой. Я считаюсь младшей невесткой, но я по возрасту средняя, получается. Я на 10 лет старше. А вот, вот старшая невестка, она на год старше. Нет, она на 3 года старше меня. Вот сестра субрата средняя. Вот ее невестка. Так, а это вот сестра младшая со своим мужем и со мной. Это я со своим мужем. Вот племянница, самая старшая племянница, самая старшая сестра Сюзанны. Вот моя внучка, получается, внучатая племянница. Это вот три богатыря, старший брат, субрат, младший и вот средний брат. Вот две сестренки. Вот такой шикарный торт красивый. Вот опять мы, это я шарики взяла для Гуччи, для нашего Гуччи. А вот давайте посмеемся. Различные спецэффекты решила испробовать. Вот это я. И вот это я. Ну тут я красивая. А это вот сестра. А это тоже сестра. Вот такие мы. И вот я. Посмотрите, какая я худышка. Как же я похудела. Гуччи! Гуччи! Смотри, что тебе мама принесла. Смотри, что мама тебе принесла. Смотри, что мама принесла тебе. Так, жди папу, я пошла. Я пришла с дня рождения. С детского дня рождения. Вот. Потому что перед выходом я не успела вам показать свой лук. Ну, вы уже видели его, конечно. Ну, показываю еще раз. Вот такой у меня сут. Вот такая курта у меня. Длинная в пол. Я под нее надеваю синие леггинсы. Вот такие рукава. Вот у меня вот такие сережки. Это серебро. И вот кольцо. Вот такое кольцо.
Еще у меня вот такой шарфик. Синий, с такими вот, расшит он бусинами золотыми. Под цвет вот этой вот вышивки и вот таких пуговиц. Вот видите, у меня пуговицы здесь такие. Так, я уже, конечно, мятая после вечеринки. Ну ничего. Ну все. Пока-пока. Когда были дни рождения у моей доченьки, я просто падала с ног, потому что я отмечала 3 дня. Один день с русскоговорящими детишками, с другой кухней, с другими играми, второй день с индийскими детишками и третий день с родственниками, с ее братьями, сестрами, тетями, дядями. Сюзанночка до сих пор вспоминает с благодарностью свои дни рождения. Даже в нескольких интервью она говорила об этом. Ну а я, конечно, вспоминаю со страхом. Тогда у меня не было ни кухарочки. Все делала сама, придумывала игры, готовила все. Конечно, было трудно.